забрал домой. Есть. Заебался тебя искать. Я, Сашка, включаю. Где это? Где это, говорит, дура, блядь. Я не могу. Он бы не уснул бы, пока тебя не нашел. Где он тебя нашел? Не знаю. В автобусе поехал с каким-то Мишей или с кем-то. Слова послушай. Вася с этим, который с рюкзаком Вася, там блядь. Сидел. Слова послушай. Он мне вчера, да, за руку прям дернул. Нет, иди сюда, ты что, охуела, блядь, когда? С кем поехала? Твои зеленые глаза. Конечно, ты человека не знаешь и с ним поехал. Да ну, зачем? Хуй его знает. Он потом во двор туда пришел. Я уже ее забрал от него. Пришел во двор, за ней так и ходил, прикинь. Да. Я на него, там толпа сидит, я на него говорю, гондон. Сейчас, если сейчас со двора не съебешься, я тебя тут, блядь, ушатаю. На. Ну, ушел. А я дура пьяная. Надо сверху салфет какой-то. Когда накроешься, когда руки будешь жечь. Завтра, завтра. Так, ты не дал? Там телефон просто неубиваемый, там ты его хуй раздавишь. Не, у меня убивает. Ну ёбать, середину не бей. Богу бей. Нет. Сейчас, бывший спецназовец все сделает. Почему бывших? Бывших не бывает. Лезвие само зажми, чтобы оно не гнулось тряпкой. Лезвие тряпкой зажми и вдарь сверху. Ну ты-то куда полез? Не лезь! Ногти постричь. Блядь, ты мужики жрать хотят, а ты ногти хотела постричь. Я стричь не собираюсь ногти. Почему? Я еще стричь буду. О, баскетболик. Я выращиваю их, я буду стричь. Лезвие зажми, чтобы не гнулось, Олежка. Блядь, долбоебана. Зажми лезвие тряпкой, блин, нахуй, блин, чтоб не гнулось, блядь. Блин, а как правильно? Ёптый. Давай покричить будем тереть, пока она не будет. Пока ее, блядь. А, кстати, можно делать об этом? Дурная идея извратить. Он не идет, так рассказывает. А у тебя там между ног нет никаких кусачек? Не надо середину. Так зажмешь? Не надо середину. Край. А заново? Я с подписчикам сказать, что ты жива, блядь, здорова, нахуй. И Азаму привет передай. Это вообще... Давай еще раз. Давай я открою. Ссылку порвать не могут, нахуй. Ё-моё. Мужиков, нахуй. Ну ладно, не кричи. Ты вообще отвернись, ё. Бычи, ну ты сейчас вечер. Ни слова не давали. Солнце моё. Держи. Дожили, ёпт. Блядь, ну зачем это на камеру снимать? Я прошу, да. О, это маэстро. Пошло, маэстро. Человек год не пьет, ёпт. Олег. Ребята, учитесь, ёпта. А полгода. А ты сиди, сиди от 6 мужиков в банку. И так пускай торчит, да? Да, конечно. Остальное завтра. Это вчерашнее. Вчерашнее? Я не трону, я так забыл. Вася, вчерашнее. Ребята, утром хуёво будет похмелье. За что я говорю так? Не тронул я. Там и так было. Нет, потом не скажешь, бля, где воздух? Нет. Мало ли что? Я не скажу. Московские нежные ручки, блядь, ёбаный в рот. Это же ювелир. Нет, я бы в войне деньги дал. Поздно, деньги. Ну-ка, Бульба, сковырни ее нахуй. Кстати, знаешь, одна подписчица написала, короче, это хороший вибратор для женщин. А это написала Наташа Куликова, по-моему, во-первых. Пониже живота получится. Для женщины вообще. А когда он посадит, говорит, что они не
Кстати, Азам хотел с тобой поговорить. Да. Как ты считаешь? Азам, что там хоть мясо есть? Да, кто такой Азам? Это президент или кто? Согласен? Сейчас. Полбанки соя. Вот, видишь? А кто он? Кто он есть? Кто он? Судья он есть или президент, блядь? Он не судья, не президент. Ну, а кто он есть, чтобы судить людей? Я хочу с ним поговорить. Я говорю, я поеду сама. Смотри. Своим. Это мой жизнь, это я решаю. Давай, уберем, да? За меня никто не может решать. Даже папа и мама не могут. Я хочу так и жить, я вот и живу. Если я захочу домой идти, я могу прямо сейчас идти домой. Это мой выбор, понимаешь? Значит, это мне нравится сейчас. Ты мне это объясняешь, я-то знаю. Я сам объясню. Номер, ты заебал. Не надо. Не ебал, еще ее. А вот когда отъебет, тогда... Ну, уголовный куме одно на уме. Как ты сейчас домой поедешь? Знаешь. Маэстро придется обращаться. Я такое еще не слышал, блядь. Я его просил насчет... Нет, насчет паспорта он мне обещал. Азам мне 2500. Пусть переводит, хотя бы госпошлину заплатим, пойдем заявление напишем. Он перечислил, у меня 5000 лежит. То 2,5, то уже 5. Хуя там проценты у тебя бегут. Нет, плюс фотография, 2000. Блин, а вот он звонит. Мне, ну. Номер говори. Вот. Да не, я не беру. Что я ему скажу? Номер карточки говори. Нет, номер карточки. Все волнуюсь. Номер говори, глаза. Вот он. Что он тебе звонит? Да не говори. Как автомат Калашников, да? 7601. Сейчас, да? Не надо, не подходите, не подходи. Не надо, не надо, мне деньги нужны. А. Ну, отойди в сторонку, поговори. Алло, привет. Что уберу? Ну что, Юра, поправила немножко? Юра, ну надо сказать, не скажи спасибо. Помнишь, Манька? Мы еще не Юркой. Да не Юркой. Пиво добавили. Саша здесь. У меня грузится видео на Ютубе. А, он видео снимает. Включи ТВ МС. Олег. Смотрел его глаза, брашки. Зеленый. Зеленый. Зеленые избы, глаза карие. Карие. Мне не понятно. Мне никогда не было. У меня был серо-зеленый. Какой день ты слухаешь? Третий. Голубые. Серо-голубые, либо серо-зеленые. В зависимости от погоды, в зависимости от настроения. Я лучше покурю нахуй. Ну, чего тебе Азам сказал? Ну ладно, где Саша? Почему трубку не берем? Он тебе звонил? Он звонил, но я не могу трубку взять. Почему Саша? В эфире, потому что в эфире, он же говорит. Почему Саша не берет трубку? Всем, ребят, спасибо. Сколько раз все это сказать? Потому что маэстро в эфире он не берет никогда трубку. Чтоб сегодня здесь точно на полу и валял. Ну, юный человек,
по-русски именно, что не русский по-русски человек. По-русски я... ему не объяснишь. А мои очки то никто не видал. Ну, я тоже свои. Ты еще в очках? Темные. Ну, от солнца. Там, может, под деревьями, нет? Зачем он наш играет? Зачем он? А чем есть-то я? С ножа есть и собрал. С ножа не едят, да? Нет. С ножа будешь есть, будешь злым. Злым, да? Знаешь? Еще придется ветки ломать. А как это? Ветку ломать. Вилочка. Скоро приедет, вот как человека. Если что, укажете, что вот. А что у него? А ему хорошо после вчерашнего. Ему, вот, а за звонок спасибо. Удачи вам. Там, походу, правильно. Эпилепсия, правда, походу, стебанула. Ну вот, проходили где-то. Вот, и он же на солнце был. Еще скорую вам попал. Что там? Эпилепсия? Эпилепсия уже лежит после эпилепсии. Не-не-не, я тоже сначала подумал. Не наш, не наш. Не, не он. А это утекает сразу, нахуй. Ну, скорую вызвал, на работу человек бежит. Как человек, с кем он нахрен? Так они вместе, бля, были? Нет. А, нет. Ну, мимо человек проходил, видишь? Блядь, а нету другого стаканчика? А ты чего, Саша? Ой, ты, блядь, что с нами не пьёшь? Это самое. С ума не сходи, тебе сейчас стоит. Я знаю, что этому типу надо. Да, мы здесь уже прикалываемся. Можно рассказать, нет? Бульба, плесни. Дайте-ка человеку. Ну. Да, грамм 50 налей. Нет, подожди. Не, не прямой, запись. А, это уже половина. Хватит. Давай, комы, Саша, еще комы добавим. Да не надо, нах. Мужик, похмелишься? Похмелишься? Давай, присаживайся как-нибудь. Давай, ебани 50 грамм. Что ж ты так, блядь, доводишь себя, ёб твою мать. Давай, давай, не торопись, не торопись. А то, блядь, клинанет нахуй. Ну, чего ты? Давай, лежа как-нибудь, выпивай. Давай, руку. А? Ну что, ты никак подняться не можешь? Батя, давай нахуй, а то, блядь, ну ее нахуй. Вставай, ёбни 50 грамм. Ебать тебя колбасит нахуй. Давай, соберись с силами. Встань, выпей 50 грамм и ляжешь. Слышишь? Ёб твою мать. Давай, 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 давай. Надо, 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 надо. Во-во-во-во-во, давай, давай, давай. Ну давай, что ты эту ногу-то с это, согни ее как-нибудь. Бать. Давай, выпей, сейчас приедет скорая она. Да привстань ты, это что ж ты...
Ай. Давай, давай, соберись, соберись, давай, оп. Давай, на жопу вот так сядь, ногу вторую выпрямляй. Давай, давай, вставай. Бать, мужик, вставай, похмеляться будем. Выпрямляй вторую ногу. Да выпрямит эту ногу, сядь на задницу то нахуй. Ёб твою мать. Давай руку. Давай руку. Выпрями ноги. Ну сядь-то на жопу нахуй. О, садись, сиди. Сиди, не падай. Да не падай ты, ебаный в рот. Давай. Да не бери, давай я тебя залью нахуй. Да открой ты рот-то нахуй. Сейчас приедет скорая. Подними. Подними, Сань. В тенечек, в тенечек. Чуть-чуть. Подними. Все, уходи. Ну, пиздец, его свело всего нахуй. Как всегда, нигде они едут. А вот и подъезд, блядь. Да? Иди, Сань, подари его сюда. Смотри, там валяется, короче. Возьми водку, блядь. Да он, может, их вызвал, хуй знает, куда он их вызвал. Ща тебе укол впиздячат. Чип и Дейл, блядь, спешат на помощь нас. Бодуна, наверное, колотнула его.
судороги были или что? Давай поднимайся. Да он что-то не поднимется, мы пытались его. Что случилось? Пил долго, да? Что-то беспокоит? Капельницу одержит, я капельницу возьму. Ну, лучше скорее надо. Давай, поднимайся. Он сам не может с вами, да? Во. Его, блядь, колодец всего нахуй, блядь, как пролезть. Пил, наверное, неделю. А? Неделю, небось, сбухал. Он не поднимется с вами. Запой от одиночества. По утрам я слышу голоса. Давай, на ноги вставай, вставай. Хули, не надо валиться, зачем ты валишься, поднимайся. Вставай, вставай, ноги под это. Помнишь? Помнишь? Глаза бешеные. Бешеные, кто же судороги будет. Пошли, пошли. Иди машину. Пошли, иди машину. Иди, иди к машине, пусть укол какой-нибудь уколет тебя. Иди, иди. Ебать тебя сводит. Давай, давай, подсогни ноги, подсогни ноги. Подсогни ноги. Давай, 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 давай. Максим, разогни там эту. Давай, давай, залазь. Боковину. Не-не, боковину. Ноги поднимай. Ноги поднимай. Давай, ступенька, ступенька. Ступенька. Слышишь или нет? Ступенька. Видит, он видит, он не соображает ни хера. Стреляйся, ты ёпта, гуру мультук. Так каждый день. Бля, надо с нами. За что нам такое наказание? За это. А мы при чем? Хули мы их отправляем до всех? Добро-то надо делать. Ну как, блядь? Человека-то жалко, блядь. Жалко. Ему самому себя не жалко. Вот, видела? Будешь бухать вот так же, нахуй. Скрючит тебя, блядь. Ну, блядь, да вообще столбляк у него упал. Так, уважаемый, тебя как зовут-то? Вообще. Там пиздовалет, нахуй. Азам. Блядь, вот орешь. Слушай, она и сидит под охраной. Нормально. Под охраной. За нее вообще не переживай. Она бумаги дать, а? Дай вот ты не женщина, если ты любишь, не оскорбление тогда. Не называй шлюху. Ну и все. Выпей 50 грамм и успокойся. Ты меня услышал, нет? Ну и все, родной. Не ругайся. Пока она с нами сидит. Все. С мужем общаемся. Опасная.
Я всех не собью сейчас. Азат, ты ее любишь? Ты ее любишь, нет? Да нахуй она мне нужна? Знаешь, ты не любишь. А хуй ты так звонишь? Зачем звонишь тогда ей? Что, ревнуешь? Естественно. Что сказать, что... Шалава, давай 50 грамм ебани. Если ты звонишь, значит ты переживаешь за ним, где она есть. Зачем ты женщине говоришь? Ты приезжай на совок. На совок приезжай один на один. Здесь разберемся, да? Здесь разберемся. С людьми хоть познакомишься, хоть нашу знаешь. Мы таких людей в беде не бросаем. Это ты живешь своей жизнью. Блять, у тебя одно, сосать и ебать. У тебя что там в голове-то, блядь? Подрочи. Зарядка. Подрочи, нахуй. Все пройдет, нахуй. 50 грамм ебани и подрочи ее. Подумай, что ее нету. Она в хороших, надежных руках. Все, давай прощаться. Она... Ты... Зачем ты вслух о женщине говоришь? Все, давай прощаться. Прощаться давай. Я тебе сказал, выпей 50 грамм и подрочи. И все пройдет нахуй. Давай, сбрасывай, я пизду. Такое ощущение, что я... Полчаса в дурдоме побывал, я... Нихуя ты с кем общаешься, ты ебать. С Узбеком? Блядь. С Узбеком? Я, ребята, я, нет, не вывезу это. Я не вывезу это. Что же, как ты с ним живешь? Как живу. Вот тебе русские, блядь, есть. Вон даже не русские есть, да. И то, блядь, увидит понимание. Шлюха опять. Ну вот как с ним разговаривать? Пусть его нахуй положи трубку. Все, я не хочу. Я уже здесь у аппарата. Это Олег с тобой разговаривает, я. Слышь, мужик, с тобой положи трубку, не надо дерзить, слышь, Олег. Олег, не надо дерзить. Я тебе сказал. Олег, не надо дерзить, грубить. Положи трубку. Выпей 50 грамм водки, подрочи и успокойся. Все, я с тобой прощаюсь. Зачем ты хоть разговариваешь? Зачем? Я слышу, да, я шалава. Не надо тут на публику играть, Тань. Отойди в сторону и поговори. Нам это вообще не интересно слушать. Твои разборки с мужем, блядь. Это не муж. Сожитель твой. Сожитель. Ну. Все, я трубку положила. Все. В сторону. Отходим и разговариваем по телефону. Нам это не интересно слушать. Ревнуй. Тогда я подойду и скажу, капитан милиции, подполковник, ФСБ вас слушает. А вы кто такой есть? 15-й отделение милиции. У всех хуй сосет, у всех. Ой, ладно, все. Всем даешь, у всех хуй сосет. Раз так говорит, просто пустое слово, значит, сосет нахуй все спокойно. Хули пустое слово, ты слышишь? Ну, я услышал то, что я тебе даже не знал. Я талант, оказывается. Я тоже не знаю о том, что я услышала. Мне тоже интересно. Первый раз услышала. Все, что я сейчас слышал. Проститутка, я шалава. Сколько у вас здесь? 8-6 человек. У всех сосу, у всех беру. Пиздец. Водители и этого. Да, да. И этого, которого скрючило, тоже позовем. Да, его еще. Конечно. И этого больного еще, блин. Я приехал вчера как подписчик сюда. Да, нажралась, ничего не говорю. Нормально, да, нормально. Нажралась. А это меня просто обтирает в голову. К какому? Моей. Спасибо. Моей, спасибо. Нет. Отдохнула? Тебя тоже. Отдохнула, теперь не знаю, где ехать. Как и куда, да? Самое главное, куда, куда ехать? Честно сказала, на ушко. На ушко. Кому я приехал? Сказала, честно бы, сказала. Вот трясется, мужики, даже не знает об этом. Сказал бы проще. Мужики, от вас выезжать не хочется. Закрой, пожалуйста. Накрой просто. Здесь люди голодные. Я вообще-то приехал. Могу я вам сказать, нет? Кому я приехала? Кому ты приехал? Ты знаешь. А Саша что это? А ему похуй. Он тоже паспорт проебал. Что такое?
Я к Юре приехал. Чё руками махаешь? Кто? Блин, да чё? Ты чё, блин, сам охуевший, что ли? Да. Я не пойму, блин. Юра, я к тебе приехал. Ты охренел, блин. Юра, чё, блин, ко мне так нормально, блин. Чего? Да. Да, блин. Чё дать тебе? Чё сказал, не дай. Тихо, тихо. Только давайте не будем ругать. Я вам шутки делал. Это я чтобы отрезвил. Чтобы отрезвил. Аслан, я знаю, это психология человека. Да ты-то вообще молчишь. Я еще хотел сказать, если бы если быстро встанет, я вообще... Хватит меня задерживать. Ноги у тебя боялись. Леха, завязывай бухать. Тань, хватит визжать. Хватит визжать, разговаривай смиренно. Не надо визжать, привлекать внимание. Блять, палец, помню. На 10 лет не могу меня, он 80 долго. Да чем он от тебя-то отличается? Ты не ходишь уже, я тебя нес вчера опять домой. Сладкий, от Горшелевича. Кого ты нес? Саша, ты говорил? Тебе? Я Валдиса. Мы с тобой вместе. Видел Валдиса? Да. Я ему телефон оставил, звонил. Маленький, вот такой живот нахуй. Да у тебя-то, я не визу приду, я. А то с кузняком задует их. Дай бог, еще забеременеть. Нет, если... вы меня... Пусть знает, от кого. Вы меня защищаете. Ветром надует. Не, ветром не надует. Ты вообще молчи по этому поводу. Тебя там что-то надует. С твоей стороны вообще. По-моему. Как вчерашнее это? Лучше я пропустил. Лена или смотри, Люба? Смотри, как он смотрит. Лена. Он уже взглядом кончил, уже ее... Трезвая девушка, подписчица призвала. Самотеку, может, идет. Елена. Все в прямом или... Елена? Нет, запись. Вам привет от нас. Это Саша. Привет. От всех. Вена Коноплева, когда я твой голос услышу, а? Родная. Я приехал, тебе мало, что ли? Я здесь всем даю... Так ты, как сказал, так ты к Ехлакову приехала или к какому? Лена Коноплёва. Я вот. А как у него фамилия, знаешь? Трясогузки к Юре. У него фамилия есть. Не фамилия, это значит Трясогузки. Ехлаков, Юрий Михайлович. Да какой? Ехлаков. Ехлаков? Да. Юрий Михайлович. Я к тебе приехал. Но он меня не любит. Не любит как? Он бегал вчера за тобой, а ты ушла с этим, с Васей. С Васей а ушла. Него, да? Друг от друга. А это ж... Ты что, уберешь? Понятно. Там уже по телевизору все про тебя рассказали. Я... Адам уже сказал. И в рот берешь, сосешь прекрасно, только не грызи, пожалуйста. Да ладно, я шучу, Тань. Что он сказал, что это... Я тебе не хотел. Нет, ты сказал, нет. Что мы сидим сейчас на штуках, мы ее никогда не понимаем. А он тебе говорит, почему он так? Он же, блядь... Я ему сказал, выпей 50 грамм, блядь, под Россию все пройдет. Да. Он не блядь. А мне не за что оправдываться. Понимаешь, мне не за что оправдываться. Да. А ты сейчас сидишь. Да, я дожралась вчера, ничего не говорю. А ты прям сидишь. Тогда ты зажигала, конечно, блядь. Ну ладно, ну я же не, блядь. Тут я смотрю, у Сашки уже 250 подписчиков. Вы стоите, короче, в очередь, я всем сосу, блядь. Ну хватит про эту херню разговаривать. По его словам, я всем, блядь. А давай повторим. Вторую серию, все военные. Повторим, Дивня? После 12. Подлезь, я тебе не дам. Нет, вчерашний день повторим, чтобы тот, который не был. Который не был. Ну вот надо вот что-то придумать. Давай. Я, Саш, сколько ты там лайков наберешь? Прямо с ним на камеру и ему отправим. Саш, сколько ты лайков наберешь? Уважаемые подписчики, Танюшку давайте поддержим. Нормальная, нажралась вчера, ну нормально. Ну, нормально все. С кем? Уложили спать, в душ сходила, наконец-то. В холодный. Холодный даже? А нет, отключили воду горячую. Это не ему, а это профилактические работы. Сашка уложил спать. А где она спала? На кровати. Мы на полу, она на кровати. Вот тебе вот.
ты как... Я как королева. Понятно, я бы... Фея. Ребята, я... Королева Бала. Одно слово хочу сказать. Ну, главное, подносить все свои дела. Если тот, кого любите, верьте всегда. Нельзя. Верить надо. Вот нельзя, это придурок и звонит. Это просто, понимаете? Не тот, звони, который... блядь, больше. Так. Он звонил сам. Азам. У меня одну ухо осталось. Я забыл эти слова мудрые. Юрка сказал вчера хорошие тоже слова. Юр, я тебе это не ждал. Какую ты сказал фразу? О чем сказал? Я уже не помню. Вспомнишь все? Надо столько же выпить. Вчерашний день найдите. Перемотайте пластинку, пожалуйста. Найдите мне вчерашний день. Он не ждал там. Кстати, вызвали. Уже вызвали. Он вообще, блядь. На самом деле, короче, я другой скажу. Да пиздец. Тот, тот, кого ты любишь, значит, это не просто так. Я понимаю, любви бывает разные. Любви бывает на жену, на семье, на друзья. Бывает разные любви. Просто надо, знаете, уважать. А тот, который ты с кем живешь, это просто привыкание. Ты привык? Да. Ты человек, подожди. Сначала любишь, потом привычку. Ты влюбляешь. Ты человек привык. Потом привычку эту. Да. Это уже как жизнь. Все, я без этого. Смотри, почему он сейчас не влюбляет? У нас любви нету. Но привычку, да. Он где ты, зачем ты, с кем ты. Сарай идут, поэтому бутылку убрали сразу. Да, да, давай. Говори, еще пятнашки, два часа сидеть. Я думаю, на нем сидел. Я думаю, все, у кого зрение есть, ты уже... Ну ладно, все живы, здоровы. Одного отправили, какого-то незнакомого типа. Не, запись. Видосик выложу. Ребята похмеляются. Все, Таньку не потеряли. Нашли вчера. Минут 40 я вчера по дворам бегом бегал. Искал ее. Если от маэстро, а где ты его нашел? Ее. Ну. А сам думал, а, ты же говоришь, это вытащил, да, из этого, с автобуса. Насколько поверхностный человек, я. Кто? Это надо, я хочу, чтобы он от него... Не, он, кстати, порядок. Он ко мне не пристал. Вот. Если бы здесь маэстро не было, да, нас, наверное, ребят здесь тоже не было, согласитесь со мной. Почему? Если Сашки бы не было. А я при чем? А ты? Да ладно тебе, пуха накидывай. Стержень наш. Да, стержень, да, блядь. И стержень, ёб. Бухай, бухать бросай, нахуй. Вставай на лыжи. Тебе вообще запрещено даже на пробку наступать. Тебе даже мимо виноводочного запрещено проходить мимо, да? А у нас кристалл закрыли, нахуй. Не-не-не, я нормальная. Дайте мне прийти. Взяла, пошел стороной. Да-да. И все. Да ты же хуйня. Че там, все на месте? Не потеряла ничего там? Потеряла, сиськи хоть на месте осталось. Нет, переоди. Давайте будем основываться на мышлении, а не на чувствах. Вы можете? Маэстро, пойдем. Это вообще-то близнецы. Два брата. Да, два брата. Акробаты. Нет. А там внизу сестра. Это спина. Есть там изюминка такая, да? Маленькая изюминка. Турникет. Турникет. Называется на букву «К». Не буду говорить. Все металлическое выложит. Сборки. Смотри, это спина. Где мы белые где нашли? Не переодеть платье. Она платье задом наперед одела. Ай, блядь. Ебучие рога. Серьезно, что? Можно? Конечно, от туда. Ты видишь? Все, это залет, воин. Залет к тебе, блядь. Я к тебе говорю, а не ему. Да ты вообще, ты до самого залет.
Это зовет. Я... Ну ты вот так руки туда внутрь и разверни. Ну... Руки внутрь платья засунь и разверни. Нет, его. Надо в вкус зайти и переодеться. Таня, ты помнишь, что ты вчера... Тебя творила? Уже видели вчера и в лифчике, и в трусах все. Помнишь, что ты вчера творила? Взяла руку, засунула, клитер свой ласкает, еще мужики смотрят на тебя. Мучить не хочется. Пусть смотрят, мне похуй. Ты нас хоть, ты нам хоть это... Че вам-то? Стоишь, блядь. Дрочишь, блядь, а мы стоим, блядь. Шесть мужиков, нахуй, охуеваем, блядь. Снимай такой. Да мы уже кончили, когда здесь. Уже сложно. Уже примолчили. Сама хоть помнишь, нет? Все, быть добру, вроде заулыбались все, похмелились, слава богу. Да. Ребята, это... А у тебя другое платье? Отвернись. Нет, мне перевернуть его надо. Видишь, да. Зак спеет. Ё-моё, Саша. Ребята, это, вы конечно, говорите? Шутка шутками, но дайте это мне, просто дайте. Позитив. Не обессудьте. Ну, да, позитив надо шутка. Ловить с похмелья. Конечно, а на самом деле иначе. Не было ничего. Да, ничего не было. Мы просто позитивно сидели, бухали, побухали. Побухали? И так далее. Ну и так можно. Вообще. Не, не веду. Нет, перевернуть платье. Не надо. Надо, псаки. Дань, ну и мне не Дань, так. Дань, блядь, можете послушать? Да. Дань, чему вчера мы тебя не видали? Мы все видали. Нам же не один. Вы вон задук. Не дадут просто, сказать. Понимаете, ребята, можете думать, а на самом деле было такого. Такого не было ни разу. Ни у каждого а пацана. Никто не видел, не сказал. Просто мало ли что. Унижать. Вот только народа такое. У Танька подписчики, которые подписаны, могут быть, среди них кто-то есть, такие люди, которые думают, чтобы так и на самом деле было. Нет, не было. Если честно сказать, вообще ничего нет. Все сберегли, очки на месте, телефон на месте, сумка на месте. Деньги в проеме. Я 2500 дадим и езжай в Тири свое. Деньги в проеме. Скажешь, ты, когда ты в Тири приедешь, скажешь. Деньги в Бристоле. Когда в Тири приедешь домой, скажешь. Езжу мужики на это. Нет. Езжу мужики на это. Не на паспорт. Телефон на месте. Но. Все на месте. Телефон зарядили. Денег на дорогу дали. Может быть, нахуй народа там думает, нахуй, я что, блядь, отдам. Если кто-то, блядь, бомжует, нахуй, то, блядь, кого-то... Подожди, я шлюха, я проститутка, я сосу всех. Да, Тань. Что? Пошел он нахуй. Почему телефон на месте? У меня 5000 лежит там. Почему телефон на месте, все на месте, сумки на месте? Все на месте? Ты сейчас приедешь в Твери и скажешь. Да дай сказать, Олег, ёпта, еще я один, блядь. А как почему вместе турсы, блядь? Никто а тебя здесь никогда не ворует, не ограбит. Ты с нами сидишь. Не нужно вас. А трусы где? Саша, тебе будет за трусы. Что ты, Олег? Ты клептоман, что ли? Подари ты ему свои трусы. Пусть понюхает. Потому что здесь, блядь, фетишисты. Нормальная, блядь, пацаны сидят. Криптоман, который крадет, а фетишист, который нюхает. Хватит! Я не фетишист. Ребята, вот у кого колокола, допустим, стучит, с кем-то хочет, чтобы, прошу прощения, потрахаться, кому надо, значит, и то и найдет. Это не значит то, что подписчица пришла, значит, надо идти и башить. Это не значит. Дай бог. Да. Мы не такие люди, как и вы. Саша. Я не знаю, ты, Олег, правильно сказал. Наливай. Она с нами, а я уйду, и да? Я ее. Я никто не то, здесь я. Не тронет. Ее. Шесть человек. Все, ребятки, подпишитесь на канал, привет, пожалуйста. Привет, поддержите. Привет, лайки, привет, комментарии. Всем добра, блин, чтобы почаще, почаще вы не думали вы вот об этой машине. И не пейте, не я пейте вот так вот. Девушки, не пейте, пожалуйста. Ты отдохни от этой мысли.